В Нью-Йорке горела башня Трампа. Пожарные информировали, что огонь вспыхнул на 50 этаже здания на 5-краткой авеню Манхэттена. В результате инцидента пострадал один человек. Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о возгорании в здании Трамп Тауэр. Пожар в высотном здании Трамп Тауэр на 50 этаже, информировала пресс-служба пожарного департамента города в Твиттер. Полицейские предупредили о перекрытии соседних улиц. Известно об одном пострадавшем. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что пожар в небоскребе, носящем его имя, потушен. Пожар в Трамп Тауэр потушен. Пожар был очень ограниченным. Пожарные проделали замечательную работу. Спасибо, написал американский лидер в Твиттер. Отметим, пожарная служба Нью-Йорка присвоила пожару 4-ю, более серьезную степень опасности. Ранее сообщалось, что в январе произошел пожар на 58 этаже Трамп Тауэр. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.